Ну а перед началом видео хочу сказать огромное спасибо от себя и от лица всего нашего сообщества Питеру, Сомику, Алексею Котову, Тори Блэку, ну и конечно же Вовке СПБ. Спасибо, что поддерживаете наш канал, безусловно, мы будем стараться для того, чтобы контент на нем с каждым разом был все качественнее и лучше. Ну а теперь переходим к ролику. Никогда такого не было, и вот опять перед вами та самая рубрика «Модный приговор», которую вы так долго ждали. Total Black Shira Devil подготовили на этой неделе еще один костюм, который взбудоражил общественность, скажем так. Представляю вашему вниманию самый классный косплей, который вы только когда-либо видели. У микрофона бессменный Сократ, Готика. Погнали! Дружище, обрати внимание на ролики, которые уже есть на этом канале, полные обзоры на все, что есть в Red Dead Online. Профессии, оружие, крафт, новости, моды, да все что угодно, даже смешные озвучки, все есть на канале Готика. Как и было сказано в предыдущем выпуске, разработчики на этой неделе не добавили ничего нового в магазины одежды, и мы решили вновь сделать косплей. И на этот раз наше внимание упало на более подходящий атмосфере Red Dead Online образ. Это образ человека без имени, знаменитого ковбоя из долларовой трилогии 60-х годов в исполнении Клинта Иствуда. Но, к сожалению, даже тут игра не позволяет нам учесть все нюансы костюма. Однако основные элементы удалось повторить, и костюм получился действительно узнаваемым. Хотим выразить благодарность за подачу идеи и помощь в создании костюма нашему организатору турниров. Он не пожалел времени и денег на создание данного костюма для нашей рубрики, за что мы ему безмерно благодарны. Понимаешь, на свете есть два типа людей, мой друг. Те, кто копают, и те, у кого заряжен пистолет. Такой костюм мужской обойдется вам в $232.12 и женский в $288 и также 12 золотых слитков. Теперь подробнее о деталях. Жилет из овчины, светло-коричневый со светлым мехом. Основная часть костюма и его стоимость 7 золотых слитков. Шляпа охотника, коричневая, потертая, за $14. Пончо Карденас, коричневая, $175. Верхняя рубашка с воротником, голубого цвета, для мужского персонажа, за $8. И блуза Иньеста, тоже голубая, стоимостью $64 для женского персонажа. В настройках стиля ставим расстегнутый воротник. Городские штаны с манжетами, синие, $22. Поношенные ковбойские сапоги потертого коричневого цвета за $13. Шпоры вакера коричневые, 3 золотых слитка. Гравированный пояс стрелка коричневый, 2 золотых слитка. И не могу не упомянуть самый главный атрибут человека без имени – флотский револьвер стоимостью $275, не считая модификаций. Еще одна неделя позади, еще один сет создан. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, заходите к нам в Discord, кидайте свои идеи в скриншоты, мы обязательно воплотим их в жизнь. Спасибо всем, кто участвовал. И я напоминаю, что у нас скоро будет турнир из 5 человек, 8 команд. Если у вас есть команда из 5 человек, участвуйте в нашем турнире и выиграйте главный приз 5000 деревянных. Вот так вот.